Я им в тыл захожу, если в руки пропаду, то делайте звук. ДШК УАЗик уничтожил двоих. Убили нашего сейчас. Не вижу. Джимми, Джимми, Джимми. От меня, от меня прошли. То есть где-то у тебя там. А, ты вон там. То есть от тебя прошли что? У нас убили кого-то или что? Да. Минус 1. Мэтт, которого ты видел, убил. Мимо меня проходит южнее. От восточная. Thank you.
Нет, у тебя еще враг есть или у меня на юг идти? Есть, 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 но я ушел, он у 103-шки. По своему нет, по своему, короче, на севере. Где ярче. Что, через наших прошли уже, вот здесь вот. Могут. Миномет. Так, на нас. Вон ты, техника стоит рядом. Может быть. Вот он, все. Не ангары, конечно, но работает. По кому работаешь? По третьему. Файтер, смотри метку слона. Понимаю. Что работает? За столом выходим. Здорово. Наверное. Я работаю, убил один. Одного. Что еще раз? Шикарно. На дальний ни хера не услышал, сори. Где башка? Какой возьму? Дал метку, там сидят. Понял. Как обычно. Еще один. Там отделение, там походу машина у них стоит, колеса вижу. Чё, так ты где работаешь? Туда МКшка ещё. Что ты сказал, что там отделение? Отделение, троих уже убил. Семерка по нам. Файтер цел? Да. Шерман. Бэха завелась на севере. Бэха на севере завелась. На той метке в том районе, файтер. Позиция люди. Я боюсь, что у нас еще одна БХ может объехать на район на западе была. ГП свои, нет? Да. Миномет! Откуда чего? Миномет. Живы? Я парня сочувствую. Mm-hmm. Актер? Живой. Твой район рядом с тело. Вон там. Так, я вперед пошел, сейчас.
жопе, как бы, с планета людей еще добивали, и они могли на нас выйти, и спереди тоже, в полной жопе. Бывает. Так, я так понимаю, по кромке немножко отстреливали. Походу в бэху попали, с АТшки. Все, это пизда, разрыв. Нет, а, нет, двигается. А, метку у нас обнови, чтобы нас это, свои не убили. Хиш попали, если ты. А, бэха защитить беру, нет. Ты бегаешь? Да. Кто? Я. Понял. СВД. Да-да, меня пытаются попасть. Это калаш. По мне! Я ухожу, Майл, тебе туда бегу, район, потому что меня тут с вашей горы спускается в сторону того холмика, Викер. По мне пуски. А нет там типа ДВХи, да, у триггера? Там метки уже будут. Так метки-то, блядь, на горе, которую я поставил, метка ближайшая. Блядь, балбесы, да. Значит, так,
машину чинишь. Ты откуда, по-моему? Да оттуда же. Ну, ты что, по-моему, работали? Да. Окей, я близко участвую. С севера, да? Север. А он что, в моей метке там убили? Че? Нет, нет, он еще там. Я просто снайпер прибил. Че кидали? Нет, я вас пугнул. Я перед лицом у него попал прямо в пулю. Хорошо, я вот думаю сейчас перебежать через хребет, убить этого пеха за камнями. Одного убил. Смотри, у нас еще на 60 где-то есть бег. Мы можем к скотам подъехать, кстати. Сейчас скоты ставят. Здесь опасно, здесь низинка, неизвестно, вот есть пехи или нет. Ярче. Джимми, опасно выезжаете? Здесь не прочекано нихера. Джимми, с востока сейчас прилетит, открыто. Давай на запад, Бекер. Не с этой вместе можешь ехать. Блин, ты пеха, подожди, стой. Еще одного убил. Сложно сказать, камни, которые точно. Детка, детка, детка. Блять, где он стоит, этот грузовик? А, вижу. Блять, впереди под трубой лежит снайпер. Задымляется. Может, Бэха, увидите его? Да, слева от дыма, 2 метра. Я ему ногу подбил, сломал. Ах, вы, да, дали по дымам? Да, мы дали. Нет, от дымов 2 метра, 2 метра от дымов. Прямо в дымы бейте. Все, добил его, добил его. Да, ладно, у кашки смотрю, сейчас трусить. В РПГ будете забирать? Дайте пиздюка, ты чё? Надо быстрее тут участок проходить. Давай тогда. Еще минус один. Тут отделение в этих камнях, где я и говорил. Вот Бэха от вас сейчас на полтинник, вот эти камни, там сидят они. Да-да-да, вот ближние самые камушки. По мне!
дальше пойдем, нас спали. Тише, я просто сижу сейчас, слушаю, Владик приглушил. Надо бы Серпову, конечно, поработать, у него Вальчик. Да. О, завелся. Перед нами на бок. А, это же. Наблюдатель! Это враг! Убили. Отходи, шайтан. Джимми живой? Чё? Да, Джимми живой. Убили Наблока. Что-то на запад. Сейчас Бэха будет по-любому сюда смотреть, надо спустить. Сейчас метку там где черную поставил. Это плохо. Видишь? У них на КВ есть люди. Самый левый куст. Кто это был? Факсы. Видишь, блядь, ползает? Да, вижу. Только не пойму, кто это. Короче, это те, кто озеро вроде, по разговорам судя. Короче. Своих там нету, на метках убивайте. Чем отойди маленько. Своих нету на тех метках. Метка 2х. Бэха у них на КВ сидит. Давай я вот туда, блядь, ГБшкин покидаю, сможешь их на. А, стоп! Вижу ноги, сейчас, секунду. Ранил одного, ему насрать. А сколько метров? Может, я сэршу эту штуку? Убил одного. Ответка летит. Да это он стрелял. Я по нему три раза попал, чтобы убить. Смотри, сейчас ГПшки, блядь. Правее давай, походу, потому что в левых я убил кустах. Давай я решу эту хуй. СПГ. Неси СПГ, пожалуйста. Нити с помпом улетел. Нет, это СПГ. Стою, знаю. Так, вижу опять за белым коровником, тип. Да, я вижу, тоже хуй. Вот пусть они по коровникам отработают. Убил. Красиво, блядь, аж куски, блядь. Надеюсь, он сдох. Сдох, давай-ка, у него стол в сторону улетел. Не-не-не, которого шайтан контролил. На востоке он. Да, он по низине может уйти сейчас на юг, скажем так, и через юг уже потом выходить. Так, а кто там вдоль карты идет на востоке? Эпифан мертв уже давно. Это враг там идет, семерка, ёпта. Там враги, мы отъезжаем, мы там откуда были. А далеко на востоке? Прямо край карты. Убьешь? Маленький ангарчик такой металлический стоит, одиночный. Я уезжаю, а, вижу. Увидел. Не бугай, давай я сам сейчас дождя. Там СВД и семерка. Да, я понял. Морис, ускорение. Ранил, убил. Далек он. Убил я его. А, ты убил? Хорошо. Да. Он, по идее, маг южнее где-то у тебя должен быть. Отличный способ следить за информацией на канале — это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.